Они нас охраняют? Да? А, вон он, Олега, там. То есть в Китае принято есть такая смазка, то есть один человек, то есть с ложкой, он очень любит, то есть дракон. И часто, то есть писал дракон, и однажды он. То есть он дракон писал очень-очень хорошо. Хорошо. И однажды, когда он то есть, уже нарисовал, он нарисовал то есть, один дракон. Только дракон еще не нарисовал. И потом его то есть, ребенок с вами разговаривали. Ребенок сказал, Это пока глаза не нарисовал, он не живой, глаза нарисовал, он живой стал, да? Да. То есть это сказка. Хотела сказать, что этому человеку И поэтому сейчас в Китае есть такая пословица, то есть всего 4 слова, а по-китайски вы не знаете, а по-русски, то есть сказал, что человек, если человек хочет получить какой-то успех, то нужно, то есть, самое важное сейчас это дракон, то есть
искать, то есть главное. А скажи по-китайски это. Скажи по-китайски. Ага. Скажи по-китайски. Ага. Скажи по-китайски. По-китайски это хуа. Глаза. Хуа. Это же рисовать. Ага. Дракон это лун. Лун. Третье слово это дьян. Дьян. То есть на тоже нарисовать. Джин. Джин. Это глаза. А всего это хуа. Хуа лун. Дьян. Джин. Хуа лун. Дьян. Джин. Да. Хуа лун. Дьян. Джин. Забуду все равно, но ничего, потом вспомню. Вы смотри, интересно, через картинки ни одна не повторяет. Да. А ты хочешь там по улице идти? Нет, я хочу на лодке плавать. А что ты хочешь, Саша? На лодке плавать. Надя, вместе. Вы тут делите. А они ушли из галереи. Они вон они. А почему там? А дождика нет. Здесь медленно, да? Много людей. Мы можем уже там. Дождик умеет. Вот это Сейчас я его сниму. Все, на память, ладно? Ну сколько шагов? Ну если у него 3000 жен было, то конечно длинная должна. Если 3000 жен. А зачем она? Зачем она была построена? Это у всех, наверное, 3000. У всех императоров. Вообще. То есть он здесь гулял? Ну какой? Вот когда здесь жил император, сюда людей это не пускали. Обычно здесь летом император с его ими, и нами здесь вместе к этому парку. А жены где его жили? Тут они вот тоже здесь есть немного дворов. Ну летом тепло, там под дерево пристроился, и все. Да? И ну, тут что-то с летом здесь не так
жарко. Ну, порядок, конечно, здесь. Вот поэтому мы думали. И все, вы знаете, то есть, а это Пасха, то есть, и император. Он на курсе, на Сакарабане. Раньше Сакарабане. Беда. Раньше это все цехи выборка Пекина, очень главное. Да. И да, не так специально. Такое. Маленький был город. Да, конечно. Этот дворец очень такой акцент. А он далеко был от зимнего дворца. Шаньмынь там оттуда, да? Да. Потому что раньше император обычно жил в Зимнике. Да. Угу.